Всем привет, друзья! И сегодня пришла к нам небольшая коробка с Амазона. Всем привет, друзья! Я тоже здесь. Сегодня я в качестве оператора. Сегодня нас будет Даниэль открывать посылочку, которая для него пришла. Давай, открывай. Что же у нас тут лежит? Колонки для компьютера. Для твоего нового компьютера? Да. Ну, вот такие вот, ребят. Небольшие бюджетные колоночки решили мы заказать от фирмы Logitech. Ну, давай, распаковывай. Доставай, давай, показывай, что тут у тебя. Что у тебя за приобретение пришло? Так, к фалонке можно наушники втыкать, к компьютеру, к телевизору, к телефону можно все. Универсальные такие небольшие, ребят, бюджетные колоночки. Нормально. Больше нет. Ну, они такие, средненький размерчик, не сильно маленький. Ну, по одной доставай. И вместе. Вот такие вот две колоночки. Две колоночки и кабель, да? Больше ничего нет? Вот. Кабель розетки, я вижу. Да и все. Книжка, конечно. Инструкция еще, ну. Все. Ой, как пустая. Сейчас мы их распечатаем, покажем, как они выглядят без мешочков. Вот, ребят, такие вот колоночки. Средненький размерчик такой вот мы себе заказали. Ну да, они высотой примерно где-то 25 сантиметров каждая колоночка. Две колоночки, они у нас получаются по 10 ватт. Ну, не сильно такие мощные, но в принципе они бюджетные. Цену я скажу в конце, кому интересно, досматривайте. Вот они так выглядят. Два динамика. Такие диффузорчики с прорезиненными, да? Угу. Ну, подставочка беленькая. Ну, все довольно-таки. Дизайн неплохой. Красиво, да. Интересный такой дизайнчик. Здесь белый тень, здесь. Да, бело с черным. Неплохо смотрится. Это получается правая колонка, это левая. Здесь микрофон. Вот тут микрофон. Здесь наушники. А здесь, как я понимаю, звук меняется. Да, здесь включать и звук добавляется. Громкость. А здесь, наверное. Или здесь? А здесь тон. Тон. Басы, видать. Ну. Ну, а такое приобретение. В общем, в комплекте было две колоночки, соединенный кабель. И кабель, вот, блок питания. Вот кабель в компьютер. Как тебе, внешние колонки нравятся? Да. Хорошо выглядят? Вот, сейчас, ребят, мы их подключим. И продемонстрируем вам, как они будут у нас звучать. Вот, ребят. Сделали мы Данилю и папе рабочее место. Компьютер его он здесь. PS4 и Соньку ихнюю сюда мы перенесли. Ну и вот две колоночки. Правый и левый. Так вот они здесь хорошо вписались. Сейчас мы включим, протестируем вам звук. Как они звучат. Ну, в принципе, за свою цену и за тот внешний вид, как они выглядят, то, в принципе, я считаю, довольно-таки достойный вариант для этих именно колонок от фирмы Logitech. Цена, да, цена, знаю, уже хотите знать, эти колоночки стоили всего лишь навсего 35 евро. Такой довольно-таки бюджетненький вариантик. Кстати, ребят, сейчас включу вам музыку наших друзей, канал наших друзей. Канал называется «Поздравления и путешествия Евгений и Оксана». Женя, Оксана, вам привет! Ну давай, Даня, включи, покажи, как звучит, как звучат твои новые колоночки. Часах последние минуты кружится пушистый белый снег.
Ну что, Даниэль, скажи свое мнение, как тебе колоночки? Ну, мне нравится их очень по дизайну, выглядит модно. Ну и мне хватает для работы компьютера, для подставки к нашей. Ну и пишите ваше мнение в комментариях, как она вам нравится. Ну и все, вроде. Звук очень хороший и, ну и все, вроде. Ну вот так, ребят, такое небольшое приобретение, дополнение для нашего компьютера. Ну все, давайте, ставьте лайкосы. Пишите комментарии. Ну и всех с наступающим или уже с наступившим Новым годом. Не знаем, когда это видео выйдет. Но всем здоровья и добра, ребят. Чао, какао. Всем пока.